это число 6. Если навесной замок вверх поднимет хоботок, то тогда увидим здесь не замок, а цифру 6. Давай посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 грибочков. А теперь попробуй ты. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Умница! Помоги ежику добраться до полянки, где 6 грибочков. Неверно. Фантастика! Покажи цифру 6. Прекрасно. 6. Это число 7. На косу она похожа, но косить траву не может, не заточена совсем и не косит цифра 7. Давай посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 грибочков. А теперь попробуй ты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Прекрасно! Помоги ежику добраться до полянки, где 7 грибочков. Замечательно! Покажи цифру 7. Супер! 7. Это число 8. К этой цифре ты привык. Эта цифра – снеговик. Лишь зима сменяет осень, дети лепят цифру 8. Давай посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 грибочков. А теперь попробуй ты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Умница! Помоги ежику добраться до полянки, где 8 грибочков. Не спеши. Молодец! Покажи цифру 8. Супер! 8. Это число 9. Цифра 9 – колобок или, может быть, клубок? Это котик Барсик спит и крючочком хвост лежит. Давай посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 грибочков. А теперь попробуй ты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Молодец! Помоги ежику добраться до полянки, где 9 грибочков. Умница! Покажи цифру 9. Отлично! 9. Это число 0. Эту цифру знать изволь. На баранку похож 0. Запомни, 0 – это значит ничего нет. Поэтому на полянке нет грибочков или 0 грибочков. Помоги ежику добраться до полянки, где нет грибочков. Отлично! Покажи цифру 0. Молодец!